Парнаульский завод был вторым предприятием Атинфи Демидова на Алтае. Он начал создаваться, основан был в 1739 году. В апреле 1740 года начали строиться печи, как пишет сам Атин Демидов. Ну и в июне следующего года, 1741 года, Демидов попросил горные власти разрешить ему построить на заводе крепость. И достаточно быстро в сентябре 1741 года он получил такое уже разрешение. Надо сказать, что Барнаульская крепость и завод никогда не подвергались нападению, но просьба Демидова не была такой, в общем, казалось бы, неаргументированной. Дело в том, что территория Алтайского края современного, ну, правобережье в первую очередь, левобережье, вернее, Вошло в состав России только 15 лет назад, да, то есть только в 20-е годы Демидов получил разрешение на строительство заводов. И вот в 1726, потом в 1728 годах его первый завод, еще только строившийся, Колывана-Воскресенский, подвергался нападениям кочевников, и казахов, и джунгар, и алтайцев. А в 1744 году, в год пуска Барнаульского завода, Чагырский рудник, который находился ну, далеко в горах на Череше, крепость Чагырского рудника была сожжена алтайцами. Поэтому строительство крепости, у, казалось бы, вокруг отдаленного на оби находящегося завода Барнаульского, считал Демидов весьма важным. И вот эти оборонительные сооружения строились, как он сам писал, по образцу уральских заводов. О крепости Барнаульского завода мы имеем косвенные, но достаточно четкие данные. Дело в том, что в 1745 году, когда сюда приезжала комиссия Андрея Бейера, проверять заводы. В первую очередь она работала на Зменогорском руднике, но по данным, косвенным данным, тогда был сделан... Первый план города Барнаула, тогда еще только поселка Барнаульского завода, завод действовал тогда еще только один год, и план этот не сохранился, но человек, который видел Чупин, краевед Чупин, который видел этот план среди документов, говорит, что никакой крепости на заводе тогда еще не было, был так называемый двор заводчиков, который, собственно говоря, не имел особых укреплений. В 1746 году была проведена полная опись Барнаульского завода, и вот в 1946 году уже значится крепость, значится укрепление, значится и первые башни крепости. То есть где-то к 1946 году крепость уже была построена, и о ней мы можем судить по тоже не сохранившемуся, но сохранившемуся в копии, причем в фотокопии плана Барнаула 1748 года и Демидовская крепость, собственно, первая крепость, имела две проезжие башни. Одна находилась там, где сейчас собственно, вход на территорию бывшего сероплавильного завода со стороны Центрального парка, а вторая проезжая башня стояла на плотине. Этот участок тоже сохранился до сих пор, несмотря на то, что там была сделана развязка, вот это место проезжей башни сохранилось. Ну и еще упоминается три бастиона, правда, на плане 48 -го года сохранилось только два бастиона, один примерно там, где Демидовская площадь, на самом углу там, где э, край плотины, и второй э, на территории самого завода. Вот, собственно говоря, все, что мы знаем о Демидовской э, крепости. И так получилось, что вот в 1946 году она была построена, а в 1947 Барнаульский завод вместе со всеми заводами и рудниками у Демидова уже у наследников Демидова, сам Атин Демидов в тому времени умер, были забраны в собственность казны, в ведение императорского кабинета. И уже тогда власти, новые власти предписали построить на Барнаульском заводе полноценную крепость. Решение это было принято, ну, горные власти сюда приехали, тот же самый Андрей Бейер и канцелярия горного начальства прибыла весной 1948 -го года, а вот в июне 1749 -го года был разработан большой проект перестройки крепости. Она, Бейер, когда посмотрел на площадь Демидовской крепости, он э, сделал... Неутешительные выводы, что и крепость небольшая, и в принципе вот специфика территории старой части Барнаула того времени заключала в том, что там было огромное количество болот. Болото огромное было там, где сейчас площадь свободы. Болото было там, где сейчас музей-город да, на пересечении Льва Толстого и Ленинского. И вот первым делом БР поручил даже строить не крепость, а провести такие отводные каналы которые, собственно, определили контуры будущей крепости. И сама крепость была построена к 1752 году. Сохранился план завода и поселка заводского 1752 года, который очень четко дает представление о том, что из себя представляла эта крепость. Крепость имела несколько башен, но если по географии брать, то... Проезжая башня, а ее еще называли Космолинская, находилась на современной Демидовской площади, примерно там, где сейчас находится Демидовский столб. Да, вот там была, заканчивалась крепость Барнаульского завода и, в принципе, поселок Барнаульского завода в середине 18 века. Она называлась Космолинская, потому что будущий Конюшенный переулок или будущий Красноармейский проспект тогда назывался Космолинской дорогой. Да, поэтому это первая вот такая э, башня. Э, она была высотой 6 метров э, ну, в диаметре 4 метра, по ширине э, достаточно высокая. Дальше вторая большая башня. Ее еще называли э, башней э, с, с колоколами. Она находилась на площади Свободы. Эта башня действительно имела семь колоколов. Находилась она примерно там, где сейчас магазин поместья. Причем так получилось, что там же построили на этой будущей соборной площади, построили и первую церковь города Барнула, Петропавловскую, где тоже была отдельно стоящая колокольня, где тоже были колокола. Венчал эту башню, как говорится, шатрик да, такой э, шатер с крестом. То есть это вот такая башня на так там, площади, где, где была и первое кладбище города Барнаул и первый э, собор. А вот главная э, главная башня главная башня Барнаульского завода была отнесена, если раньше она находилась, ну, собственно, на входе в Барнаульский завод, то теперь она отнесена была гораздо дальше, потому что раз, развился поселок. Она была на месте пересечения современной улицы Льва Толстого и Ленинского проспекта. Собственно, вот там заканчивался город Барнаул 18, первой половины 18 века. Она имела флюгер. Ну, что это был за флюгер, неизвестно. Может быть, это был герб. Государство. может быть это были просто розы ветров, но в описании значится, что этот флюдер для того, чтобы узнать направление ветра. Вот. И последняя башня, четвертая башня находилась там же, на проезжей башне, на плотине. Кроме того, были еще и бастионы. Это была такая внешняя крепость, она имела, сначала шел... Осторожные, то есть стояли копанные бревна, потом э, шел, э, шла линия каналов. Ну, глубина канала была от 2 до 1 метра, то есть в разных местах, ширина 2 метра, то есть, не знаю, выглядело ли это как э, Венеция. Да, потому что была стоячая вода, но это было живописное такое, благодаря этому удалось с одной стороны усилить крепость и отвести болото, а дальше шли еще и, э, так скажем, рогательные, как это называлось, это скрещенные э, бревна, тонкие, заостренные, то есть вот три таких линии укреплений э, имела наша э, крепость. Причем башни, и Демидов еще просил, чтобы ему разрешили на этих башнях поставить чугунные пушки. Сколько было пушек чугунных при Демидове данных нет, а вот на 1949-1952 год было 7 пушек, примерно по 2 пушки на каждой башне. Ну, никогда они не стреляли, потому что никогда нападений не было, но это были даже одна Мартира, была, которая стреляла двухкилограммовыми гранатами. Ну, должна была э, стрелять. И вот э, эта первая Барнаульская крепость внешняя имела и вторую крепость. Дело в том, что вокруг Барнаульского завода, еще начиная с Демидовских Лимонов, была еще одна крепость. Она была уже построена не по острожному, не э, из бревен в вертикально стоящих и заостренных, а в заплот, то есть когда бревна клались горизонтально, ну это даже не бревна, такие были плахи, собственно говоря, это была крепость, которая препятствовала попаданию на территорию самого плавильного завода. К, году внешние крепости, к 1771 году внешней крепости Барнаульского завода фактически уже не осталось. Были каналы еще, и все пушки свезли в одно место. Путешественник Петр Палас, который в 1771 году посетил поселок Барнаульского завода, он пишет, что... 12 уже, 12 пушек стояли около канцелярии горного начальства. Это не та канцелярия горного начальства, каменное здание, которое сейчас находится на улице Ползунова, поскольку ну, та была первая деревянная, но примерно на этом же месте находились вот 12 пушек, которые имели уже ну, такое символическое значение, как символ, символ власти. А вот э, малую крепость... Малую крепость, по сведениям другого путешественника Петра Фалька, который в этом же году, в августе 1771 года, посетил поселок Барнаульского завода, называли Кремль. Таким образом, вот в Барнауле был свой Кремль. Это была вот та самая малая крепость, которая не имела уже никаких башен, не имела никаких форпостов, просто вот она, но имела ворота, на которых стояли караулы. Надо сказать, что а вот когда э, в 1947-1949 году были взяты заводы и разрабатывался проект ⁇ Новой крепости ⁇ уже главная задача была не внешняя опасность, уже было понятно, что никто на Барнаул не нападет, а э, охрана главного плавильного предприятия Алтая. Дело в том, что с 1947 года Барнаульский завод был единственный, ну, на тот время единственный в Западной Сибири, еще был Нерчинский завод, где очень мало плавили, но вот основное серебро плавили на Барнаульском заводе. И, собственно говоря, крепость, особенно малая, нужна была для того, чтобы не попасть на территорию ну, этого так, режимного объекта, поэтому на воротах входа в Барнаульский завод стоял караул, более того, караул стоял около каждой печи, где плавлялось серебро. А на территории самого поселка Барнаульского завода никто, например, ночью никто не имел права заехать, там стояли шлагбаумы и так далее, без разрешения начальника завода. Если завод вдруг посещал кто-то даже из больших начальников, это все равно требовалось получить разрешение. Ну вот в 70-е годы уже осталась фактически только малая крепость, к 93-му году она же сохранилась, есть вид Барнаульского завода 1792 года, где этот это заплот уже виден, в 19 веке тоже эта крепость малая сохранялась. И здесь один сюжет хотелось бы два слова сказать, дело в том, что в 1775 году был проект строительства крепости Барнаульской на горе. Вот там собирались построить большую настоящую крепость. Никаких данных нет. Есть только один план 1775 года, где она нарисована. Зачем? Почему это планировали, непонятно. Этот проект так и не был реализован. На вскоре перенесено туда кладбище, и уже крепость не строилась. Но вот этот проект так и не был реализован. Таким образом, Барнаульская крепость, собственно говоря, она существовала в полноценном виде только 20 лет. Но э, это был э, действительно очень важный элемент э, э, архитектуры и планировки Барнаула. И вот те места, где стояли эти э, башни барнаульского, барнаульского завода барнаульской крепости, они могут представлять и туристическую, экскурсионную э, ин интерес. И думаю, на плотине башню э, проезжую башню можно даже реконструировать, восстановить, потому что осталось и описание и точное место расположения этой башни.